Казахстанцы на льду турнира четырех континентов не впервые. В 2015 году турнир в Сеуле выиграл бронзовый чемпион Олимпийских игр в Сочи Денис Тен. Кайсар сейчас на УТС в Турции провел очередной товарищеский матч. Степные волки встретились с калининградской командой «Балтика». «Балтика» по итогам прошлого сезона на 16-й строчке, однако в игре с кызылординцами она проявила волю к победе. Уже на 22-й минуте Кузьмичев открыл счет. Нападающий Кайсара Кулимбомба до 49-й минуте сравнял счет. К сожалению, он же на последних минутах матча допустил грубое нарушение правил. 11-метровку удачно реализовал Портнягин. Таким образом, игра закончилась со счетом 1-2 в пользу российской команды «Балтика».